Мы подготовили подборку самых главных и важных сообщений из делового мира, чтобы сэкономить ваше время. За время акции по легализации имущества с 1 сентября 2014 года по 23 декабря прошлого года казахстанцы вывели из тени 4 триллиона 93 миллиардов тенге. Посредством взноса наличных денег и переводов из-за рубежа легализовано более 2,9 триллиона тенге, а в совокупности 90% всех легализованных денег или 3 триллиона 681 миллиард тенге номинированы в иностранной валюте, преимущественно в долларах США, проинформировал председатель Национального банка Данияр Акишев. Почти на 1,7 миллиарда тенге вырос рынок доставки еды в Казахстане за последние два года. В прошлом году обороты рынка составили 8,4 миллиарда тенге, а в 2015-м 7,1 миллиарда тенге. Ожидается, что в этом году рынок вырастет до 9,4 миллиарда тенге, сообщают аналитики. При этом популярность доставки в холодное время года в среднем увеличивается на 12%. Самый динамично растущий сегмент рынка доставки еды – это рестораны быстрого обслуживания. Ключевая аудитория, заказывающая еду на дом или в офис – молодые люди в возрасте 20-35 лет. Средний чек по Казахстану составляет от 3 до 5 тысяч тенге. Запасы драгоценного металла в структуре золотовалютных резервов Нацбанка на конец прошлого года составили 254,7 тонны. Согласно отчету Всемирного совета по золоту, на начало января этого года в структуре международных резервов страны доля золота занимает 32,4%. Казахстан находится на 21 месте по объемам драгоценного металла. В конце 2015 года у Нацбанка было 221,8 тонны золота, а это более 27% от международных резервов. Россия находится на 7-м месте. В ее хранилище насчитывается 1615,2 тонн данного металла, или 15,6% от международных резервов страны. А вот резервы Китая превзошли российские. У Поднебесной 1842,6 тонны. Пусть данная информация поможет вам принять правильное решение и приумножить капитал.